Как и каждый год летом, медузы приплывают погостить у берегов Израиля. Министерство здравоохранения публикует для общественности свои рекомендации относительно способов лечения и преодоления ситуации прикосновения или ожога медузы. В теплые летние дни и с прогреванием вод Средиземного моря медузы приплывают к берегам нашей страны. Медуза – это морское животное, ее тело состоит из туловища и щупальцев. Эти щупальца покрыты по всей длине ядовитыми иголками с нейротоксином. Функция яда при прикосновении к жертве – парализовать ее. Однако, хотя яд может убивать мелких морских животных, у человека, в большинстве случаев, появляется сыпь, краснота, изжение вплоть до мочевого пузыря и даже в определенных случаях вплоть до мышечных судорог. Степень поражения в основном зависит от вида медузы. Если вы все же решили в этот период погрузиться в воду Средиземного моря, вы должны знать, что раздражение кожи может произойти и без прямого контакта с телом медузы, и даже с медузами, которые были вынесены на берег и не находятся в воде. Если вы были ужалены самой медузой, которая в большинстве случаев прилипляется к телу и вызывает сильное жжение, вы должны в качестве экстренной помощи предпринять следующие шаги. Удалите с кожи все остатки медузы при помощи палочки или куска пластика, так, чтобы при этом не тереть этот участок, чтобы яд не проник еще глубже в кожный покров. Ожог нужно залить натуральным лимонным соком, обычным уксусом или уксусом, то есть тем, что нейтрализует яд. Эти компоненты обычно можно найти в будке спасателя для подобных случаев, или можно запастись заранее уксусными салфетками, продающимися в аптеках. Нельзя очищать пораженное место алкоголем. Нельзя промывать ожог медузы пресной водой, потому что от этого ядовитые клетки расширяются и лопаются, и контакт между ними распространяется и на чистые участки кожи. Чтобы удалить ядовитые клетки, нужно протереть участок ожога питьевой содой или тальком с морской водой и после того, как участок высохнет, аккуратно его очистить, но при этом не тереть. Важно отметить, что в частности у маленьких детей, да и у взрослых вообще, в случае появления подозрительных симптомов помимо локальной красноты, изжения, реакция в виде сужения дыхательных путей, затруднения дыхания, слабости, опухания в горле, посинения поврежденного места, опухания больше обычного, отек, тяжелая аллергическая реакция, нужно как можно скорее добраться до больницы или ближайшего медицинского центра за получением экстренного лечения или вызвать машину экстренной медицинской помощи.